Сынок, видишь лампу на столе? Возьми ее в руки. Я там нарубил дров позади дома. Они на столе. Пойди принеси их и положи возле печки. Ты видел на улице? Не говори ерунды. Тебе это показалось. Сейчас включим радио и послушаем, что там говорят.
Внимание! Закрывайтесь в доме. Повторяю, закрывайтесь в доме. Никому не открывайте. Мы подверглись внеземному нападению. Некий организм-паразит полностью овладевает телом и руководит своим носителем. Внешне сложно определить, кто человек, а кто нет. Поэтому держитесь вместе. Повторяю. Скорее закрой дверь на щеколду. Чертовщина. Но ничего, у нас есть еда. Как-нибудь проживем. Мое охотничье оружие сбережет нас. Сынок, посмотри, видно что-нибудь в окне? Таблетки. Ну вот, другое дело. Прошло уже 7 дней, и я думаю, что все уже давно утряслось. Но все равно нужно быть поаккуратнее. Выпусти Джульбарса погулять. У нас совсем осталось мало еды, и мне походу придется идти на охоту. Никому не открывайте, пока меня нет. Thank you.
Откройте срочно дверь! Это я! Быстрее открывайте! Быстрее! Черт возьми, как такое могло случиться? Это я во всем виноват. Не надо было мне уходить и выпускать эту чертову собаку. Лезь под кровать. Там ты сможешь безопасно поспать. А я пока подежурю ночью. Yeah.